Делай. Всем привет, с вами Сева Степанов, и это мой новый влог. Сейчас раннее субботнее утро, и по плану у меня покорить заброшенное здание. Насколько я знаю, это здание раньше служило как газовая станция. Я так понимаю, что туда подавался газ по большой трубе. А оттуда уже он разводился по маленьким трубам в районе вокруг этой станции. Сейчас все увидите сами. Что меня радует, то там очень много всяких лазеек. Потому что когда от кого-то убегаешь и знаешь, что у тебя больше выходов, душа как-то спокойней, что ли. Совсем я буду сказать, я лезу не один со своим другом Алексом. Наша главная цель залезть вон наверх, вон того здания, на самую крышу. В общем, мы все еще раз обошли и решили, что будем лезть. Oh shit. Написано для вас. В общем, мы решили лезть внутрь, мы не знаем как. Так. Или пролезть в какую-то дверь, непонятно. Куда-то попасть, сука, и лезть наверх. Не знаю, в общем, странно. Сейчас скажем, что будем делать. Увидите. Все, мы лезем внутрь. Мало где можно видеть заброшенную газовую станцию. Да? У меня наверх. А это крыша. И мне нужно было держаться двумя руками. Тут был лифт, я так понимаю. Будем наверх. Потому что мы хотим попасть на самую крышу этого крутого здания. Офигеть, я так рад, что сюда полез, потому что я сомневался долго. Стоит ли оно того, но поверьте, оно того стоит. Все, мы на вершине. Мы дальше сюда, туда пойдем. Ну, это уже, считай, самая высокая точка этого здания. Мы хотели лезть вот так. И мы дауны, потому что так бы мы только ёбнулись и разбились бы в хуям. What?
the new truth that I'm invented soon will be prevented by your glue. And that's something that I already knew. So this is long overdue. It's a case of contemporary. Best escape from